Так, всем привет. В общем, я напоминаю, что я изготавливаю различные комплектующие для снастей. Вот я выполнил заказ в Беларусь. Это уши для разборной чебурашки. Минимальная фасовка, которую продают, это 5000 единиц, не меньше. Кто не знает, что такое, это такие скобочки металлические, которые вставляются в такие грузики. Называется грузик разборная чебурашка. А эта форма, ну, заказчику из Украины. У меня системно заказывает по одной-две формы в месяц. Ну, во-первых, он определяется, что ему надо. Во-вторых, это действительно недешевое удовольствие. Покупка форм. И вот он заказывает. Ну, тут всего лишь два места в этой форме. То есть по два веса. Вот здесь в данном случае это 10-12. То есть он так заказывает формы, в которых всего лишь два веса. Ну, это правильное решение. Потому что очень большая производительность. И пока я делаю следующие формы, он вот получает эту форму, да, и начинает уже лить себе. На сладкую, кому надо шариков. Потому что тут, ну, за смену можно прилично вылить, а за месяц пару тонн. Это точно. Вот. Два веса, 10-12 грамм. Все, отправка этого всего дела сегодня. Это заказчик в Украине. Это уши в Беларусь. Тоже системный заказчик. Он на сезон заказывает постоянно эти ушки под свои чебурашки. Я ему формы делал. Сейчас он заряжает уже отлитые изделия такими ушками. В общем, вот как-то вот так. Все, кому надо это дело, под видео будет Viber, WhatsApp. Пишите, да, заказы. По возможности всем отвечу. Все, пока-пока.